сейчас с этого стрима мозики прилечу с Петровки. Если у меня есть, кстати, Петровка. Они не дадут взять нам, пока мы не выбьем хаммеры. Либо они уже взяли. Это вертушка. Кого взяли? Ну, я думаю, раз у них М2 хаммеры, они, скорее всего, уже взяли конвой. Ну да. Блин, с базы стрелял кто-то. Не, он не один. Он ехал, стрелял. Ну, это можно перепрыгнуть стрелка и ебашить. Да нет, вроде они вместе с этой, с мисс капитан бомбой катались. Короче, я вас спалил просто. Да, движок включил. Ну да. Небо, наверное, посмотри, видишь, как падает хуйня. Это ты косой, нахуй, не пойдет. Смотри, сейчас обосрется, спорим. Так, вальнул одного. Стрелка, блядь, замечательно. Бля, они из базы что-то выгнали. Там, может, второе, а они выгнали гранатомет. А, МК-19 хуйню? Угу. Я съебываюсь отсюда. Выходи просто пока. Куда нахуй ходить, блядь? Я чё, блядь, крыша ебаный, нахуй мне делать, блядь? Такое ощущение, как, блядь, если я сейчас АЭС-ку проебу, блядь, всё, блядь, пизда нахуй не будет. Эска обычная? Эска обычная, да. Он едет сюда, блядь. М2, нет, он едет сюда, М2. Давай я тебя с земли подберу. Попробуй подержать. Меня? Да. Не надо, не надо, не надо. Не буду садиться, я тебя просто так вот на лету на колеса просто. Они меня не видят, где я. Я их отвлекаю. Да, здесь 4 базы. Вот подо мной хаммер. Подо мной справа хаммер. Ага, вижу. Ну, я вижу труп этого, которого я вышел, блядь. Больше я не вижу. Я не вижу МК-шку вот эту, по-моему. Я бы в неё упал, блядь. Какую МК-шку? Да, СМК-19, который. Он с базы хуярит. Он в базе, блядь, стоял и хуярил прям с базы. Ну, он с базы стреляет, он стоит. Тебе хуярит. Что они делают? О, мозик летает. Твой летит? А ты в группе у нас? Да, да, он, я видел. На пару секунд был вообще. Ебать, нас в группе что-то народ много. Ну, а, это свои все. Ебать, все свои. Они с базы хуярят, блядь. Запиши эту хуйню, блядь. Кто взорвался, блядь?